Здорово, молодые скоримщики. Я вам тут контентита пронес. Так что это продолжение вашей самой любимой рубрики «Что будет, если в Скайриме?». На этот раз мы затронем тему темного братства. Все мы прекрасно знаем квест «Убийственный рецепт». Нужно убить гурмана, забрать его грамоту и идти в солитьюд, чтобы делать ему пожилое убийство. Не, ну это, конечно, все очень хорошо, но не торопись. Потому что с этой грамотой можно пойти немножечко в другое место. Нахуй. Не. Можно найти Бальбуса. Знаешь, кто такой Бальбус? Наверняка, пока ты играл в Skyrim, ты увидел его очень многочисленное количество раз, когда он говорил, что собирает ингредиенты для гурмана. Так что будет, если мы притворимся гурманом, когда у нас будет его грамота, и придем к Бальбусу и скажем: «А это я, гурман, ебать». Шо? Не ожидал, да? Ну шо ж, думаю, пора идти по Некселю, но первым делом, КСТА, я попрошу вас подписаться на канал, поставить колокольчик, лукасы, все дела, потому что большинство зрителей смотрят без подписки. Как так? Почему? Почему, Наталья? Ай, ладно, честные подпишутся, а с нечестным я дальше расскажу, что будет. Так, ладно, шаг номер один. Убить самого гурмана, чтобы забрать его грамоту. Миссион completed. Далее, самое сложное, это повстречать самого Бальбуса. Но у меня есть некий рецепт, как это можно сделать. Точнее, молодой тактикс, если можно так выразиться. Самая любимая точка респауна Бальбуса, по моим наблюдениям, это в лесу. А в лесу есть единственная точка спауна. Не, окей, не единственная, но, по крайней мере, которую я знаю, это хижина Ануса возле камней-хранителей, где те три штуки стоят. Путем сейфлоуда и телепортации к камням-хранителям я все-таки смог рандомно попасть на Бальбуса, который стоял там в лесу. Получилось у меня это, кстати говоря, довольно-таки быстро, где-то за минут 10, наверное, да даже меньше, возможно, 6-7, как-то так. Итак, ну что ж, подходим и разговариваем. Он поймет, насколько у меня тонкий вкус, когда увидит, что я ему принес. Ты знаешь, кто такой гурман? Гурман — это я. Показать грамоту. Надо же, это ты? Какая честь! Твоя пища открыла мне глаза на то, какими чудесами полон мир. Я приготовил все блюда из твоей книги и должен сказать, что твой талант меня вдохновляет. Мое мастерство и близко не стоит рядом с твоим. Да кто вообще может сравниться с тобой? Позволь мне вручить тебе эту вилку, которой я впервые отведал одно из твоих блюд. Да, и эти ингредиенты. Я собирал их многие годы. Я рисковал жизнью и здоровьем, чтобы тебе удалось создать новый шедевр. Непременно думай обо мне, когда пустишь мой дар в ход. В конечном итоге он дает нам огромную кучу довольно-таки редких ингредиентов, которые ему удалось собирать за это время. Он нам дает свою вилку КСТА, как он уже сказал, сердце доэдра, паучье яйцо, жир тролля. Ну и да, как я и обещал, расскажу, что будет с теми, кто смотрит без подписки. Вот эта вот вилка войдет в вашу хижину Ануса, если вы понимаете, о чем я. Ладно, шутки-минутки это, конечно, хорошо, но надо и честь знать. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лукасы, колокольчики, приходите на трансляции, они проходят каждый день в 16:00 по московскому времени, и сегодня тоже обязательно будет стрим, ни за что не пропущу, ну лично я. А вам лишь хочу пожелать лишь всего хорошего, удачи, здоровья и всего наилучшего. До встречи на трансляциях, КСТА, всем пока!